Всем привет! Вы на канале «А ну-ка, давай-ка!» И сегодня наши пушистики, так же, как и все школьники, празднуют начало учебного года. Сегодня мы будем готовить принадлежности к школе. Но я думаю, все уже купили себе тетрадки и ручки. Верно, поэтому мы не будем покупать новое, а будем улучшать то, что уже имеем. Ну показывай, Вов, что ты там приготовила для нас? Сперва я предлагаю улучшить тетрадь. Там что, басюшка? Да, Мурка, как тебе? Я что-то не поняла, а как это ты так сделала? Сейчас расскажу. Вот такую картинку вы найдете в нашей группе в ВК. Это уже готовая обложка, которую нужно лишь распечатать, вырезать и согнуть пополам. Тут уже готово место для подписи. Чья же это тетрадочка? Изображение милой Бафюшки, а на обратной стороне подсказочка. Единицы длины, площади, объема и массы. А также ссылочка на канал и группу. Ну так, чтобы не потеряли. Конечно, размер обложки больше, чем А4, поэтому я печатала ее в ближайшей полиграфии. А вот тетрадь у меня самая обычная. Конечно, можно приклеить обложку или вовсе заменить, но, чтобы совсем не заморачиваться, можно просто воспользоваться обложкой. По-моему, это быстро, удобно и практично. Теперь ни у кого в классе не будет такой тетрадки, ведь в соседнем магазине такое точно не продается. Очень красиво! Кому нравится, ставь лайк! Ну а дальше на очереди у нас телефончик. Улыбочку. Кто хочет себе самый красивый чехол на телефон? С такими кошачьими ушками. Пупс, это твои что ли? Все верно, Пупсенька. Это чехол с изображением малыша, нарисованный 3D-ручкой. Ничего себе, чехол ручной работы? А малыш-то как похож. Ань, ты как его сделала? Нам понадобится белый или прозрачный чехол. Вырезаем кусочек листа по размеру чехла и отмечаем отверстие для камеры. Весь лист покрываем белым пластиком. Тут особых правил нет. И единственное, желательно не оставлять просветов, чтобы обратная сторона была максимально гладкой. Таким образом, пластик потом лучше приклеится к чехлу. Дальше нам понадобится вот такое изображение и скотч. На скотче пластик отлично держится и при необходимости отлично снимается. Обводим весь рисунок по контуру черным пластиком. Затем нужно объединить все детали вместе, чтобы получилась единая конструкция. И тут я чуть не забыла, нужно же отметить место для камеры. Я не рисовала ее изначально, чтобы этот рисунок подходил под любой телефончик. Ну вот, теперь можем продолжать разукрашивание. Чтобы цвет не сливался в одно непонятное пятно, нужно наносить в разном направлении и в разном количестве, таким образом создавая объемность. Радужку глаза зарисовываем зеленым цветом, значок YouTube и язычок – красным. Отсоединяем рисунок от листа и можно объединять с заготовленной подложкой, добавляя объем и текстуру. Вот что в итоге получилось. Если края у нас островатые или больше нужного, то можно воспользоваться наждачкой. Я брала маленький кусочек для выравнивания отверстия для камеры. Так оно получится гладким и лишние кусочки не будут перекрывать изображение. А для боков я взяла жесткую пилку для ногтей. Время склеить чехол с заготовкой. В кладовке я нашла какой-то клей «Секунда». Надеюсь, он справится. И да, все получилось, все склеилось, но меня смущает вот это. Поэтому я просто зарисовала промежуток между чехлом и рисунком пластиком подходящего цвета и добавила объем на ушках. Ну что, как вам такой чехол? Очень классный, а если у ребят нет 3D-ручки, то такой рисунок можно нарисовать, а ушки из фетра, например, приклеить. Ничего себе ты придумала. Бафюш, что думаешь? Я думала, что с таким чехлом мы будем самые модные в школе. Это точно. Пупсяша, а тебе как? Это, конечно, все классно. Ну ты что-нибудь сделаешь с моим изображением? Конечно, милая. У меня есть вот такие закладки. Ух ты, ничего себе. Это же я, Малыш, Баффи. Ой, я хочу закладку с Баффи. Ну хорошо, значит твоя будет с Бафюшей. Кстати, это не только закладка, но и линейка. Измерим, сколько в тебе Бафюшек. Ага. Ну, Ань, да я сама померю. Держи. 1, 2, 5. Ой, что-то я сбилась. Малыш, а ты какую хочешь? Выбирай. Вот эту. А чё это ты меня выбрал? А вот когда будешь меня доставать, я за это буду брать эту закладку и кусать ее. Я тогда твою буду кусать. Ты уже выбрала. Ну и ладно. Мурочка, не расстраивайся. Я еще сделаю. А ты, малыш, не дразни Мурку. Ты же взрослый. Вот именно. А я мелькая. Мне можно. Ха. Нет, Мурочка, тебе тоже нельзя дразниться. Ань, а ты нам расскажешь, как ты сделала эти закладки-линейки? Ну, конечно. Для них нам понадобится вот такая распечатка. Все необходимое, как всегда, есть в ВК. В ссылках. Для того, чтобы закладочка была прочной, нам понадобится картон. Хорошенько смазываем его клеем и сверху накладываем нашу распечатку.
И обязательно хорошенько разглаживаем, чтобы не было пузырьков. Разрезаем таким образом, чтобы было удобнее разукрашивать. Дальше покажу на примере пупсяшки. Сначала светло-коричневым карандашом закрашиваю всю шерстку. После, более темным, наношу тени и места, где шерстка темнее. Я сделала глазки карие, милый розовый бантик и красный язычок. Дальше обвожу черным тонким маркером все линии, чтобы рисунок стал ярким и выразительным. Саму закладку я решила закрасить коричневым цветом и сделать розовые лапки. Но я допустила ошибку, обведя штрихи на линейке. Теперь они у меня кривоватые. В общем-то и все. Осталось вырезать и можно покрыть скотчем. Но я решила этого не делать. Итак, вот такая получилась пупсяшка. А Мурочка, конечно, у нас вся беленькая. Я добавила только немного серые пятнышки и розовые ушки, носик, язычок и лапки. Глазки зеленые. Получилось очень нежненько, на мой взгляд. Итак, дальше вот такая Бафюшка голубоглазенькая. Я старалась максимально повторить ее расцветочку. Коричневые лапки, белое ушко, хотя у нее лапки-то белые, ну да ладно, неважно. И последний у нас малышок. Тут самое сложное было сделать разный черный. Чтобы он не сливался, я, как и в чехле, просто наносила разное количество слоев. И, по-моему, он получился неплохо. В общем, теперь у нас есть тетрадь, линейка, закладка и чехол для телефона. Но у меня есть еще один сюрприз. Это колбаска? Эй, это не колбаска. Что это за радуга такая? Мурочка, это обычная стерка. Стерка? В общем-то, то, чем удаляют карандашные надписи с бумаги и других поверхностей. Понятно, милашка? Конечно, понятно. А как ты ее сделала? Ну, у меня была вот такая стирательная резинка. Она такая красивая, а вот обертка, ну, мягко говоря, не подходит. Поэтому я нарисовала рисунок и решила поверх старой нанести новую обертку. Но сперва мне, конечно, нужно ее разукрасить. Фоном у меня будет служить космическое небо. Думаю, многие догадались, что это рисунок по мотивам Нянкэт. Только в роли кота наша Мурочка. Вообще, я сначала думала, что тело у кота – это батон с вареньем. А потом узнала, что это печенье Pop-Tarts. В общем, пока я разукрашиваю, расскажу для тех, кто не знает. Нянкэт – это название видеоролика с YouTube, еще с 2011 года ставшего популярным интернет-мемом. В видеоролике соединены японская поп-мелодия и движущийся рисунок кошки с телом из печенья, летящий в космосе и оставляющий за собой шлейф из радуги. Вот какая-то такая незамысловатая идея, но которая очень понравилась многим интернет-пользователям. В общем, вот что у меня получилось. Нужно еще обвести тонким маркером. И вот этот рисунок точно надо покрыть скотчем, ведь за него я буду часто браться руками и могу вымазать, размазать или еще что-нибудь. Ну и, конечно, вырезаю и заворачиваю ластик. По-моему, не слишком похоже, что за котом остается шлейф из радуги. Вот, так гораздо лучше. Смотрите, пушистики, какая стерочка. Это что, радуга? Покажи-ка мне. А, я уже ее видела, это не колбаска. Прикольно придумала. Странный запах. А положи сюда ее. Ой, тут же Мурочка нарисована. Вот это да. Ну что ж, если вам понравилась идея канцелярии с изображением наших пушистиков, и вы хотите еще улучшить содержимое своего портфельчика, то давайте наберем 20 тысяч лайков, и я покажу вам свои новые идеи. Я бы не отказалась пополнить портфельчик эксклюзивными штучками. А кстати, те, кто не хотят пропустить новые видео, обязательно подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик. Ну а на сегодня у нас все. Всем пока и до скорых встреч!